at all, I would like to speak today a bit more about cryptocurrency, the reason why we all are here. И поэтому я не буду говорить, наверное, о том, как работает система, я буду говорить именно о криптовалюте. Это та причина, по которой мы собрались сегодня. So, who of you has done other network marketing companies before joining OneCoin? Кто может поднять руку и сказать, что вот он работал в сетевой компании до этого, до того, как он начал работать? Okay, a lot of you, I see. Очень много людей. Now, I am not coming from network marketing at all, so for me this industry is new. Вообще для меня это индустрия новая, потому что я не работал ранее в области сетевого маркетинга. I met quite many people in the industry who have done many, many companies in their career. Я очень-очень много людей повстречал, которые занимались компаниями и руководили компаниями в области сетевого маркетинга. And a lot of the companies out there, I will not call them competitors, because we grow much faster. Ну и до сих пор эти компании действуют, они находятся на рынке, но я не буду называть их конкурентами нашими, потому что мы-то растем гораздо быстрее. Three or four network get together and say, we have a great network, let's start a company, and they look for a product that might fit the company. И обычно, как бывает, три или четыре компании подобных, они желают слиться, потому что и они ищут какой-то продукт, ради которого они могли бы объединить усилия. Well, for me it was a bit different. I'm coming from finance, from a corporate world. I have worked for Sberbank, I've worked for VTB in Moscow. So I was thinking how to make cryptocurrency actually available to the whole world. Передо мной такой задачи не стояло, я немного о другом думал, потому что я человек из мира финансов, из мира банковского, я ранее работал на Сбербанк, на другие банки. И для меня в первую очередь стоял вопрос, как сделать доступной криптовалюту для всех. And this is how I came to network marketing. И таким образом я начала заниматься вот, сетевым маркетингом. So this is the first and the last network marketing company that I work with. Это первая и последняя компания сетевого маркетинга, в которой я буду работать. So for me very, very important. Of course, I want you all to make money with your commission, and I think some of you here I know in person, and I know they make really good money. Для меня самое главное, это чтобы у вас была возможность заработать. Я знаю на своих средствах, которые вы инвестировали. Я знаю, что уже многие из присутствующих зарабатывают достаточно много денег. But more important for me is that in a few years this coin is so successful and changes the world so much that all of you say, I was one of the first user of OneCoin and this is how I made a fortune. Но самым важным для меня наверное, является, что когда через несколько лет, уже когда OneCoin станет большой криптовалютой, станет по-настоящему гигантским, вы были тем человеком, который скажет, да, я стоял у истоков, я был в самом начале, когда появился OneCoin. So, when I started thinking about what I want to do with my life or where to work with, I realized that cryptocurrency is maybe one of the last niches and interesting things left out there in the world. И когда я думал о себе, о своей будущей карьере и планах, то я взглянула на экономическую ситуацию и поняла, что криптовалюта, наверное, осталась единственной свободной нишей, которая не занята никем. A lot of other things already were invented. I could not invent the internet anymore. Google was done, and Facebook also a very good idea already done. И, конечно же, я не могла взять и изобрести какие-то новые вещи. Интернет уже был изобретен до меня, Google уже был изобретен до меня, и Facebook уже вовсю был популярен. Now, who of you has a Facebook account here? У кого из вас есть учетная запись в Фейсбуке? Поднимите руки. Almost everyone, but five years ago, almost nobody had a Facebook account. Но 5 лет назад практически ни у кого, и никто не сидел в этой социальности. So a company like Facebook completely changed my life and probably also your life, how you communicate with your friends. Поэтому такая компания, как Facebook, или эта социальная сеть, она полностью изменила мою жизнь. И я уверен, что она изменила и вашей жизни, и способ вашего общения со своими друзьями. And I believe that cryptocurrency can do actually exactly the same. Change the life of many, many people out there. И мне кажется, вот
как раз, что криптовалюта, она может сделать то же самое, изменить жизни многих и многих людей в мире. Now, I speak with a lot of respect for Bitcoin. Bitcoin was the first cryptocurrency that made it. И вообще, я отношусь с превеликим уважением к криптовалюте Bitcoin, потому что Bitcoin, они были первых пароходцев. So you have a lot of advantages being the first and the most popular currency. И поэтому, когда ты первопроходец, у тебя есть большой запас быть самым лучшей валютой. But people who follow and who see this currency, of course, see potential for improvement of this currency and this concept. Ну, соответственно, люди, которые занимаются биткоином и уже начали понимать детали работы биткоина, они видят, в какие способы могут появиться улучшения этой системы. So, my criticism on Bitcoin is that Bitcoin is not for everyone. И моя самая большая критика в сторону биткоина заключается в том, что биткоин, он не для всех. It is difficult to mine the coin. It takes a lot of technical equipment. Для того, чтобы майнить эту валюту, криптовалюту, приходится использовать слишком много дополнительного оборудования в карте. It is expensive to mine the coin. It takes a big investment until you can start. Это очень дорогая инвестиция для начала. Also, the opportunity is more mature than OneCoin. Bitcoin is already 7 years old. И также возможность входа на рынок, она гораздо более усложнена из-за возраста этой криптовалюты, потому что Bitcoin уже 7 лет. Also, Bitcoin was not created by economists. It was created by IT people. И следующая критика заключается в том, что биткоин не был создан экономистами и финансистами. Он был создан айтишниками. So, for example, you know that cryptocurrency makes transactions. I send coins to you, you send coins to your mother, for example. И, например, вы знаете, что биткоин как криптовалюта работает через транзакции. Вы посылаете деньги своей маме, например, она посылает их дальше кому-то и так далее. Now, listen to this. Bitcoin can make as many transactions in 1 year as MasterCard in a day. И вот просто слушайтесь в это. Bitcoin, через Bitcoin за день можно провести столько операций с Bitcoin, сколько с MasterCard за год. So there's a limitation of growth for Bitcoin. Это говорит о том, что есть ограничения для роста. Bitcoin can never be a mass market currency, a currency for everyone, like Facebook is a platform for everyone. Поэтому Bitcoin, он не может быть платформой для широкого рынка, как Facebook, например, который является для всех. And the last thing that will make life and already is making life very, very difficult for Bitcoin. И последняя вещь, которая усложняет работу с Bitcoin. Now, Bitcoin was created 2009-2010. Биткоин создавался в 2009-2010 годах. And we know all what happened on the 11th of September. The world changed. Мы знаем, что 11 сентября случилось, весь мир изменился. Everybody is speaking about terrorism, financing of terrorism, money laundering. Сейчас такие все более популярные в СМИ темы проявляются. О терроризме все говорят в СМИ, о отмывании денег на международном уровне. And I genuinely believe that no regulator will allow a cryptocurrency or a concept to become really big if it is not a transparent concept. И мое убеждение, что ни один финансовый регулятор, он не позволит стать криптовалюте действительно юридически активной, если не будет вот этой максимальной транспарентности. So we as OneCoin do not want to have all these people who just want to do anonymous transactions. We want people who are genuine and who are honest. Поэтому в OneCoin у нас большое отличие в том, что мы не хотим, чтобы какие-то анонимы проводили транзакции криптовалюты. Мы хотим, чтобы за нашей валютой стояли реальные люди. So what we want to do as OneCoin is actually to use cryptocurrency as a payment system. Что мы хотим сделать? Мы хотим превратить криптовалюту в настоящую систему оплаты. And Kari already explained a bit,
But cryptocurrency can be used, for example, like PayPal. Но Кари уже об этом говорил, но криптовалюта, она может использоваться наподобие системы оплат PayPal. So, for example, a merchant sells goods to you, you pay very, very quickly with one coin as you pay with PayPal. То есть такая же схема. Продавец, он может продавать какие-то товары для вас, и вы можете их также оплачивать с такой же скоростью, как вы это оплачиваете с PayPal. But one coin is a bit cheaper for the merchant than PayPal. Но один коин, он дешевле все равно будет для продавца, чем в PayPal. A second way how you can use one coin is, for example, very, very important for the Asian countries, but also here. Но и вторая причина, по которой очень удобно в использовании OneCoin'а, которая может быть использована и адекватно именно для азиатского региона, и для этого региона, для этой страны. So I saw people from Russia here, I saw people from the Ukraine, I see you. Я видел разных людей с разных стран, с России сюда приехали, с Украины, и я вижу вас, казахстанцев. And we know how difficult it is if you want to transfer money to the company now, today even. If you want to send 100 euro for a starter package. И вы знаете, насколько тяжело переводить деньги через компании, от компании к компании в наше время. Даже если там мы как 100 евро хотим перевести, как у нас стартовый пакет. OneCoin is independent from governments, OneCoin is globally independent, and the idea behind OneCoin is that we can do borderless transfers very, very fast and cheap. И главная идея, которая стоит за системой OneCoin, это то, что OneCoin, она не зависит ни от каких-то местных финансовых регуляторов или правительств, или границ. Вы можете без границ производить транзакции с нашими. Now, we do not want to compete so much with banks out there. Actually, what we want more to compete is something like Western Union. И, соответственно, мы позиционируем себя не как конкуренты банковской системы и банков. Мы позиционируем себя как конкуренты таких компаний, как Western Union. You know that we have almost 70% of our clients in Asia, China, Philippines, Thailand, Singapore, India. Вы знаете, практически 70% наших клиентов находятся в азиатском регионе, в Китае, в Таиланде, в Филиппинах. And all these people want to make payments globally, money transfers, but have no bank accounts. И у всех этих людей есть потребность в произведении транзакций без границ в разные страны, но у них даже нету банковских счетов у некоторых. So probably one of the first questions that you people out there ask you when you are selling the concept is the following. И, наверное, один из самых распространенных вопросов, который вы задаете, как человек, который только начал работать, он состоит в следующем. What is this cryptocurrency, digital money, but what is the worth of cryptocurrency? Что такое, вы задаете сначала вопрос, что такое криптовалюта, что это такое цифровые деньги, в чем заключается вообще это понятие. How does cryptocurrency have value? Как криптовалюта получает свою ценность? And now out there, at least I can name 400 cryptocurrencies. И сейчас, наверное, я сама могу около 400 разных криптовалют, которые уже действуют, вам привести в пример. Me and Dilber could sit together and we can create Dilber coin in probably one hour. И мне кажется, мы можем вот с Дильбар сесть за стол и создать Дильбар Коин через час. So, why does cryptocurrency have value? И почему криптовалюты, почему она имеет такую ценность? And the answer is actually cryptocurrency has no value at all. И ответ вообще очень простой. На самом деле ценности у криптовалюты вообще никакой нет. Unless there are two things. Кроме двух вещей. One is the brand. Первое это бренд. Bitcoin is the most popular, the well-known currency out there. So they have the most valuable brand currently on the market. Bitcoin, например, имеет самый дорогой бренд, и поэтому и они присутствуют на рынке уже самое большое количество времени, поэтому их валюта самая ценная. However, we with about 2 million users are also creating a very fast growing, very, very big brand too. Но мы также с 2 миллионами членов создаем
новую, очень быстро растущую систему крипто. So with every new member joining, with every new person learning about the coin, our old brand grows more and more valuable. И поэтому с каждым человеком, который присоединяется к нам, ценность нашей валюты, она с каждым разом увеличивается и увеличивается. And this is, I think, special about our network marketing company. И как раз вот здесь заключается такая очень отличительная черта нашей стороны, которая относится к сетевому маркетингу. Because if you sell shampoo or whatever in a network marketing company, потому что если вы продаете шампунь или что угодно в своей компании по сетевому маркетингу, you don't care if 1,000 Chinese join today this company. You still sell your own shampoo. That's it. Вам не важно, что у вас там тысячи новых китайцев войдут в вашу компанию, потому что вы все равно будете производить этот шампунь и продавать именно этот продукт. However, you as one coin user should care a lot if 1,000 Indians, 1,000 Chinese or 1,000 Brazilians join. Но при этом ценность OneCoin навсегда растет, вне зависимости от того, сколько тысяч бразильцев присоединились, тысяча индийцев или китайцев. Because these people make our coin and our brand much stronger. Потому что каждый новый пользователь, он увеличивает ценности и усиливает наш бренд. And Kari showed us the map where people who need banking services or financial services live. И Кари нам показывал до этого слайд, на котором были отмечены страны, в которых живут люди, которые нуждаются в системе, в банковской системе, но у них есть. And this is where we as a company are very strong. И вот как раз здесь мы как компания очень сильны. So if you have 1,000 coins, at one point of time, when this coin is usable, you ask yourself, who will take my coins? Who needs my coins? И поэтому, когда вы уже аккумулировали тысячи коинов, на каком-то этапе вы начнете задавать вопрос, как я их могу использовать, кому нужны мои тысячи коинов. And these are these people who have needs for fast, uncomplicated money transfers. And most of them live in Asia. И как раз таки этими людьми, главными потребителями коинов, являются люди, которые проживают в этом регионе, у которых есть необходимость совершать транзакции вне границ. И в основном они живут в Азии. So this is the second value driver for cryptocurrency. И это вот следующая вещь, которая придает дополнительную ценность криптовалюте. Which I call utility or usability. Которую я называю usability, используемость, полезность. Now I make one example. Я приведу один пример. For example, you know these gold coins that we give out to the rubies. Например, есть такие gold coins, которые раздаются. So if I go to a lonely island where I'm totally left out of civilization. Например, если я окажусь на каком-то необитаемом острове и нет никакой цивилизации. So me and Kari are on a lonely island. Например, я и Кари на необитаемом острове. So Kari has a gold coin. И у Кари есть золотая монета. So the coin is worth 750 euro. И эта монета на стоимостью 750 евро. And I have a knife for 10 euro. А у меня есть нож, стоимость которого 10 евро. So I'll say bye-bye, Kari. Я тогда скажу, Kari, спасибо, ты мне не нужен. But what I'm saying is, whenever we have something that can be used, this something always will have value. То, о чем я хочу сказать, пока существует то, чем мы постоянно пользуемся, пока есть пользователи, ценность у этой валюты, она всегда останется. So if we create a concept and a platform that is usable for 2 billion people who are unbanked. И поэтому, если мы создадим эту платформу для тех, для того слоя населения, это 2 миллиарда человек, у которых нет доступа к банковским услугам. So this will have value and not will be just a hype that goes up and down and up and down. И именно это привнесет ценность, количество пользователей привнесет ценность в нашу валюту, а не просто какие-то всплески активности, которые идут вверх, вниз, вверх, вниз. And I think that there's no cryptocurrency outside which is focusing so much on usability and liquidity as we are.
И мне кажется, нету ни одной криптовалюты, которая бы настолько концентрировалась на юзабилити, используемости, возможности использовать эту валюту и удобства, чем мы. And I think there's also one reason why not. И мне кажется, есть одна причина, по которой я не могу найти такую криптовалюту. As I said, most cryptocurrencies have been created by IT people for IT people. Как я уже до этого говорила, потому что криптовалюта в основной своей массе создавалась для айтишниками, именно для айтишников. And I also do not see many people who say, I created the cryptocurrency, I'm proud of this concept and I want to do something with it. И я также не видела достаточно большого количества людей, которые бы говорили, я создал свою криптовалюту, и я горд этим, и хочу работать над этим. So still we don't know who created Bitcoin. Мы до сих пор даже не знаем создателя биткоина, криптовалюты. And I wonder why. Are you ashamed? И у меня вопрос такой, почему ты стыдишься, что создал биткоин? So this was different when we started doing this, and I said I'm very proud of what we start, and I'm sure that I'll be even more proud in 3 to 5 years when we are the number one currency out there. И поэтому я как раз и говорил об этом, почему мы так горды тем, чем мы занимаемся, и поэтому у меня такая сильная уверенность, где мы будем через 3-5 лет. So for me, my goal, I know that the network is always extremely optimistic, but my goal is 10 million users, real user of the coins. И у меня цели очень оптимистичные. Это 10 миллионов пользователей, настоящих пользователей коинов. And a value, a solid value in 3 to 5 years of 50 to 100 euro of the coin. И через 3-5 лет ценность коинов 300 евро. 300-500. Nobody can guarantee this, but we all can work hard towards this. Никто не может гарантировать именно эту отметку, но мы должны работать над тем, чтобы она стала возможностью. Now for me very very important that you understand and also tell the new members when they join. И поэтому для меня это очень важно, чтобы вы понимали эту концепцию и говорили об этом новым участникам, которые входят в систему. Please do not market this as get rich quick. Double your money in 90 days. Пожалуйста, не нужно рекламировать нашу систему как систему, которая принесет вам богатство за 3 месяца. It is a very good concept, and yes, we will make money with it. But I think it does not give the concept justice if we market it like get quick rich now scam. This is not good. Но мне кажется, да, это та вещь, которая принесет уверенность, конечно, это неплохо. За 3 месяца мы зарабатываем и заработаем эти деньги, но это не хорошо для репутации заниматься маркетингом в стиле, что это такой быстрый способ заработка за 3 месяца. We are still a very, very young cryptocurrency. Мы очень-очень молодая криптовалюта. We have so much education still to do also for our members. У нас еще предстоит обучить всех наших членов работе с криптовалютой. Now Bitcoin is 7 years old. We are 1 year old. Биткоин уже 7 лет, нам всего год. We have already, in my opinion, more users than Bitcoin. По моему мнению, у нас уже больше пользователей, чем Bitcoin. But to reach our full potential and our full, how to say, reach, we need 2 to 3 more years for the coin. Но мне кажется, для того, чтобы добиться нашего полного потенциала, раскрыть наши возможности полностью, нам необходимо еще 2-3 года. So we will start slow. We will start slow with merchants. Мы начнем, может быть, не так быстро, мы начнем с продаж. We will start with the card. We already did actually with the one card. Мы уже начнем работу с картами, которые мы уже провели, работу с карточками. We will do a cashback application. Мы сделаем возможность проведения кэшбэка. So we are doing a lot, but do not expect miracles overnight. Мы делаем очень многое, но не ожидайте чудес, которые случатся за одну ночь. So this is not a get quick easy concept. It is something that long term can change the world and make us all very, very wealthy. But it takes time to build up a solid and a good concept. Это не такая концепция, что приди и разбогатей за пару дней, но это концепция, которая
принесет и увеличит наше благосостояние значительно через в периоде нескольких лет последующих. So a lot of things will happen now in the next month, and I will speak about this in Wembley for sure, in London for a long, long time. But very, very important is now. Очень много событий у нас еще предстоит, и о которых я буду говорить в Лондоне, и буду их перечислять, и о некоторых хотелось бы поговорить сейчас. We want to bring more publicity to our coin now also from the financial side. We want bankers and other people out there to understand what we are doing. Мы хотим включить в нашу работу гораздо больше сфер. Мы хотим подключить в нашу работу также банкиров, банковскую систему, сделать нашу систему более открытой, транспарентной, чтобы банковская система понимала, чем мы занимаемся. So for all of us it is important to be serious, to be educated when we speak about cryptocurrency. Поэтому для всех нас очень важно понимание и образование в области криптовалюты, чтобы мы понимали точностью, что мы занимаемся, чем мы занимаемся. So Kari Walrus is the ambassador for Europe and CIS. И Kari Walrus является послом СНГ и Европы. You all are the ambassadors of OneCoin out there. А вы все послы OneCoin, все полностью. So if you have questions about the cryptocurrency, check again the education materials. We are also improving them more and more, and I hope that everybody feels comfortable with what he is doing and selling. И поэтому, если вы начали работу с OneCoin, пожалуйста, проверяйте свои образовательные материалы, потому что мы постоянно работаем над улучшением образовательных материалов, которые мы предлагаем людям. So I strongly believe that this company will have a strong contribution and can change the world. И поэтому я верю в то, что данная компания, она может внести огромный вклад во весь мир и в экономику всего. By creating a global currency. Путем создания глобальной валюты. And whoever joins OneCoin joins actually the financial revolution out there. И кто бы ни присоединился к OneCoin, он будет настоящим революционером в валютной системе. And you know, revolution is never popular, it's never easy. А вы знаете, как говорят, революция, она никогда не бывает популярной и никогда не бывает легкой. But in the end we will succeed and we will be one of the first who spotted this opportunity. Но в конце концов нас ожидает успех, и мы будем именно теми, кто были единственными, кто увидел эту возможность. And all our friends who say no today will say, oh, you are lucky, ah, I knew it before, but... И все наши друзья, которые, может быть, с недоверием относились, смеялись над нами, они в будущем уже скажут, о, это тебе просто повезло. So I'm very proud and I would like to say everyone here, thank you for spreading my idea, my concept and for helping us actually create something big and amazing. Thank you very much. Поэтому я хотел бы выразить свою благодарность и честное горда, что вы здесь все собрались и помогаете этой цели, достижению этой цели. Пожалуйста, большое вам спасибо. Thank you very much. Большое спасибо.